Друзья, нам позвонили. Поступил срочный звонок у нас. Хаска лежит где-то на улице в яме, встать не может. Срочно выехали. Где-то в центре Чехова, улица Карьерная. Вот мы приехали на Карьерную улицу по адресу. Ехали на улицу, это все-таки какая-то СМТшка. Привет! Привет, малыш! Он же такой же хаска, да? Как я, балерина. Что? Что с тобой случилось, а? Малыш, давай морду завязывать. Поводок. Привет! Так, тихо-тихо. Давай быстрее, прорвись, сейчас сравнет. Аккуратно. Привет! Все-таки, может, сначала прихватить, чтобы не убежал. Так, что у нас там? Не кровь на этом? Ну что, мой хороший? Отпускай, рыся. Ну, потому что позвоночник, видишь, только держится на этих. И лапы, смотри, все. Он в крови. Засохший в крови. Малыш. Малыш. Ты хороший мальчик. Давай попробую чувствительность есть у него. По-моему, чувствительности нет вообще, он не чувствует лап. Ну, отпусти, отпусти его, отпусти, пусть ляжет. Может, ему лечь удобнее. Угу. Ну-ка. Ага, ага. Тихо, 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 лапу погнул. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Нет, 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 нет. Блин.
Так, ну что, на стол его, на рентген, да? Сейчас, ага. Стоп, стоп, дальше не ходи. Ну, видите, вот так вот не ходит. На передних, а задние. Надо понять, есть ли чувствительность. Ну, глянуть сразу. Ну, да, 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 а то он может... И это... собака прям сильная. Угу. Что тебе очень помогало? Есть? Есть? Угу. Лево чувствует, да? Рефлекторная. Обычно это очень больно. Я не стрелял. Ну, правую не чувствует. Здесь, да. Я чувствую обе. Обе? Да, вот вот поддерживает. Ну, эту да, вот правую я не заметила, чтобы... Сейчас я покажу. Видите меня? Ага. Есть, значит, чувствительность. Дырки прям в лапах. Все, чуть-чуть. Тише, тише. Чуть перебит. Целый? Угу. Все нормально, по дроби все нормально, да? Все, значит, получается, это стреляли дроби в позвоночнике. Да. Сейчас ну, тут оперировать 100%, да? Получится единственное, о чем говорим. Ну, понятно, да. Давайте попробуем еще сделать. Дальше у нас все хорошо. Здесь все хорошо впереди. Да, это вот у нас проблема на этом месте. Угу, угу. Это у нас первые поясничные позвонки. Угу. Вот, тут кусочек дроби. Угу. Угу. Стреляли, короче. Маленький прям вот. А вот, кстати, лапы, может, снимем в лапах, потому что тоже дырки, может быть, и в лапах дробь. Сейчас посмотрим. Не чистый, ну чуть напыхтел себе. Друзья, мальчика мы назвали Найс. Сегодня вечером назначено его КТ, чтобы проверить, насколько травмирован спиной мозг. Пули в позвоночнике – это не шутки. К тому же ребенок не встает. Одно радует, у него есть чувствительность в одной лапке, а это шанс, что ребенок не будет спинальником. Но загадывать не хочу. Сначала дождемся результата КТ. Друзья, обследование и лечение таких травм – это очень дорого. И вы это знаете. Но почему, скажите, почему одни уроды калечат, а мы с вами отдаем последнее, чтобы спасти? Ну ведь все без исключения люди рождаются добрыми. Ну откуда, откуда появляются вот эти дебилы, простите меня, пожалуйста? Вот эти не человеки, не люди. Это же надо просто выйти и выстрелить в собаку, а? Тварь, так и хочется пожелать. А пусть это же ружье, которое не стреляет само, ну пусть оно у тебя в руках хоть раз взорвется. Я не злая, ребята. Но я вот этим горе-охотникам
руки бы отрубала. Мои хорошие, мальчик перед вами. Добрый, ласковый, хороший. И сейчас от нас с вами зависит, есть ли у него второй раз в этой жизни. Вы с нами, мои хорошие? Спасибо. Спасибо всем, кто отзовется. Спасибо вам за вашу человечность, за дружбу, ребята, за верность. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо вам.